В среду военный суд Израиля признал сержанта Цахала Илора Азарио виновным в убийстве нападавшего на него палестинца Абдель-Фатах Аль-Шарифа. Суд отметил, что он скончался в результате действий военнослужащего. В обвинительном приговоре также говорится, что Азарио действовал не из чувства опасности, а из убеждения, что он должен умереть и тем самым нарушил правила применения оружия, содержащиеся в уставе Цахала. В марте прошлого года Азария застрелил тяжелораненого палестинца Абдель-Фатах Аль-Шарифа. Инцидент был заснят на видео, и вскоре против Азарии было возбуждено уголовное дело.